Вот если Черчилля слова вы услышали, не имеет права что-либо просить у власти. И если мы так поступим, ты точно будешь вот с такой головой по-разному объяснять, если что-то надо сделать. А если за тобой 97%, ты требуешь. Понятно? Требуешь. Что говоришь, а как я этому народу в глаза буду смотреть? А вот полемика, которая произошла между нами, у меня же совесть будет чиста. Если мы не сделаем одно, второе, третье, я буду помнить ваши очки и ваше лицо. И буду себя оправдывать, что-то не я не сделал для народа. Это вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем.